Неправда. Прошлым летом на даче девчонка была, дочка соседней. Влюбилась в нее как ненормально, записку писала. Ну, я ей сирень нарвал, назначил свидание у колодца. Ну, дальше что было? Говори. Да глупость это все. Нет, не глупость. Нет. Говори. Да отец. Отец застал нас и... И что? И наказал меня. За что? Ты сделал с ней что-нибудь плохое? Да какое плохое? Поцеловал. Все. Не знаю, может быть, это была игра, может, не совсем игра, не знаю, я, знаешь, как дети, им же хочется, чтобы все как у взрослых, они же все видят, не подглядывают, а просто видят. Мамаша любовник, балбес напудренный, духами воняет, иди, Коленька, иди, погуляй, а сами ж трясутся все. А горничная была. Анечка. Так старший брат с отцом к ней. По очереди. Сегодня один, завтра другой. Так она забеременела, ее мамаша. По щекам. Шлюха, твари, выгнали. Зимой. Так без шапки и пошла. И ты говоришь, он наказал тебя? А. Хватил тут букеты по щекам. Бах, бах, бах. Девчонка убежала-то, а он... А он? Да я не хочу! Я не хочу про это, Жень! Я люблю тебя! Можешь не верить, можешь смеяться, но это правда! Я не знаю, как сказать по-другому! И мне без разницы, что ты здесь! И у тебя много других! Четыре года, женщина, меня произведут, будет жалко, и я заберу тебя отсюда, слышишь? 4 года, женщина, 4 года, меня произведут, пожалуйста.